В областном центре начался ремонт улиц к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Повезет тем магистралям, которые носят имена героев или так напрямую и называются – улица Победы. Ее как раз сейчас и ремонтируют на сортировке. Проинспектировать ход работ приехал глава администрации. Обеспокоенные жители незамедлительно указали на оплошность. Асфальт укладывают не по всей улице, дорога вдоль 42-го дома остается неотремонтированной. Александр Кузьмичев пояснил, этот участок надо не реконструировать, а строить заново. Эта улица ведет к гаражам, поэтому эта стоимость ремонта этой территории будет составлять где-то порядка 500 тысяч рублей по предварительным оценкам. Естественно, тратить эти деньги мы не будем по одной простой причине. Есть более приоритетные направления, есть необходимость ремонта тротуаров и ремонта на других улицах. Подрядчик ремонтирует 1 километр дороги. На этом небольшом отрезке порядка 40 люков. Их тоже пришлось капитально ремонтировать. А после визита главы ход работ и вовсе скорректировали. Дополнительно после выезда главы города, значит, было принято решение делать еще тротуары, съезды ко всем садикам, детским садам. Поэтому первоначально мы планировали работать неделю, но, наверное, придется две. Александр Кузьмичев пообещал, что в городе будут отремонтированы все улицы, которые носят имена героев. При этом глава администрации затруднился ответить на вопрос, сколько их всего. Работы уже выполнены на улице генерала Белова, скоро закончатся на улице Победы, на очереди улица генерала Горбатова. Там ремонт проведут при помощи дорожных карт. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.